Все встали, никто не сидит. Сели, встали, надоело уже. А ты что хотел? Юрец, а я что-то не пойму. Что вот это вообще? Смирнова, приспусти кружева. Ну что, опять что ли? Давай, давай. Ну-ка, повернись. Стоп, она же была уже вчера. Да он задолбал уже. Третий раз меня сюда приводит. И очки эти гребаные заставляют одеваться. Девочки! Девочки встали! Девочки! Девочки настроились. Так, внимание, девочки, все собрались. Девочки, все собрались. Запомните, девочки, вы должны быть какими? Привлекательными и обольстительными. Девочки, запомните, девочки, милые, это подиум. Это дорога жизни. Жизни. Итак, учимся дефиле. Нет, дефиле – это не еда. Дефиле – это духовная пища, ясно? Не пицца, а пища. Пища. Никакого смеха. Девочки, собрались, смотрите, я модель. Девочки, я модель. Ручка. Бедрышко. Ручка на бедрышке. Ножка впереди второй. За носу. Оп. Стоит. Риточка пошла. Ра-та. Ти-та-та. Тир-ти-та-та. Да коленочки не цепляйте за коленочки. Не цепляйте. Не хрустят коленочки, Риточка. Рита, у тебя коленки стреляют. Или смазали, надень глушители. Легче, Дарья. Легче, та. Та, та-та-та, лекси, Дарья, носочек тяни, носочек тяни. Не колготку тяни, Дарья, а носочек. Ясно, пошла. Ти-та-ти-па-па, тара-та-ти. Что ты встала? Что ты встала? Не хочешь ходить по подиуму? Почему? Хочешь быть фотомоделью? Вы слышали, девочки? А? Кто тебе сказал? Кто? Папа? Скажи своему папе, что даже за его бабки максимум, на что ты можешь рассчитывать, это работать не фотомоделью, а фотообоями. Ясно? Тема закрыта. Посмотрите, девочки. Лопатица. Это не модель, нет. Это не модель, это цыплята табака. Смотри меня, да? Бедрышко, ручки, вот. Оп, да, вот. Вот, пошли. Раз, да, раз, папа. Да, раскачиваем бедрами. Не так сильно раскачиваем, вылетите, поймаюсь. Да? Риточка, где у тебя бедрышко, Риточка? Где у тебя бедрышко? Кто тебе сказал, что там бедрышко? Где ты вычитала? Господи, Риточка, бедрышко находится между пяточками и темечком. Ну, кто тебе виноват, что у тебя пяточки и сразу бедрышко? Иную стадию коленочек. Так, не настроились, пошли, пошли. Раз. Кто сказал перерыв? Перерыв. Запомните, подиум это искусство. А искусство требует, кто сказал, жрать. Риточка, у тебя какой рост? 192. А вес 42. Господи, с таким огромным весом ты еще думаешь о еде. Запомните, девочки, девочки, запомните. Главное блюдо модели – отварное слабительное. Пошли, пошли, девочки. Раз, два, лопати, тра-та-туски. Аня, о чем ты сейчас думаешь? Нет, ты не об искусстве думаешь, я завижу. Аня, ты види, ты думаешь о колбасе. И причем так сильно, что Ниночка за тобой спотыкается об свои слюни. О высокой моде думай. Вы должны быть готовы ведь ко всему, понимаете? Сегодня на тебе короткое и безовое. Завтра идешь по подиуму, голова бритая, ноги нет. Потому что эти кутюрье, они за все чокнуты. Они счокнуты, все эти кутюрье, но... Они за все, он все время над утюгом. Он создал модель, и все, его вдохновение парализовало. И ты должна донести его мысль. А ты как идешь? Ты движешься как... Страф в размере 10 минимальных месячных. Ясно? Пошли. Ла-ти-та-та-та, тра-та-ти-та-та-та-та, ля-ля. Как ты? Что это такое? Что это? Ты же модель. Ты модель. Ты должна возбуждать в женщинах зависть. А в мужчинах низменные чувства. Ясно? Низменные, а ты возбуждаешь инстинкт самосохранения.
Запомните, девочки, запомните. Мужчина — это ревизор. Мужчина — это ревизор. Он проверяет вашу наличность, понимаете? Наличность. Давай, предъяви нам наличность, Лялечка. Это не наличность, это сдача. 20 рублей мелочью. Наличность не нужна, понятно? Хорошо, пошли. Раз, два, скользим, парим над подиумом. Парим, раз, два, парим над подиумом, скользим. Людочка, я говорю, скользим над подиумом, а не гребем, как муму с детонатором в зубах. Пошли, та-та-та. Ты зачем здесь, Людочка? Зачем ты здесь? Хочешь выйти замуж за иностранца? Можешь смело давать объявление. Хорошая, простая, надежная лопата ждет иностранного сапера. Пошли, раз, два, ты, тра-та-ти, раз, два, пирожок на... Тьфу ты, вот и я, иди, стал думать. Все, все, перерыв, все, идите, обед. Обед, все. И запомните, вы должны быть привлекательными, очаровательными и обольстительными. Ясно? Я не могу, слово ясно, понятно, все.